В ночь с 8 на 9 июня в дежурную часть МВД России по Суздальскому району поступило сообщение об угоне грузового автомобиля КАМАЗ с территории одного из производственных предприятий района. Заявитель пояснил, что автомобилем незаконно завладел кандидат на одну из должностей предприятия. Ранее судимый, 28-летний житель Собинского района, путем свободного доступа зашел на стоянку и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил покататься. Оперативным дежурным был незамедлительно организован комплекс мер для установления местонахождения угнанного транспорта. Нарядом госавтоинспекции КАМАЗ был обнаружен на дороге Суздаль-Владимир на выезде из города. Сотрудники полиции начали преследование транспортного средства. На одном из участков дороги грузовой автомобиль остановился, но водитель из машины не вышел. Прибывший на место заместитель начальника Суздальского МВД поднялся на подножку кабины КАМАЗа и попробовал убедить водителя выйти из машины. Однако гражданин не выполнил требования сотрудника полиции и резко начал движение. Небольшая начальная скорость грузовика позволила полицейскому спрыгнуть с подножки, не получив травм. Правоохранители продолжили преследование автомобиля, который на высокой скорости ехал по трассе, совершая опасные маневры, в том числе с выездом на полосу встречного движения и создавая аварийную ситуацию. В целях остановки транспортного средства сотрудниками полиции было принято решение о применении табельного оружия. После предупредительных выстрелов полицейские произвели выстрелы по колесам КАМАЗа. Грузовик съехал на обочину и перевернулся на бок. Я очень рад. Вылазите, я вам... вы не останавливались. Вылазите с молодой машины. Человек, я вам представляюсь. Начальник МВД России, по сути, говорю, начальник полиции. Я вылазил, майор полиции. Вот вам мое удостоверение. Я прошу, пожалуйста. Я прицелился вам. Прошу, выйдите из автомобиля. Вы отказываетесь. Я вам еще раз повторяю. Удостоверение. Выйдите, вы вылазите, я вам показал удостоверение. Я не видал удостоверение. Вы специально идете? Вы специально? Нет. Вы переопрокинули машину, вас, не останавливали. В отношении вас сейчас будет применять физическая сила и боевые приемы борьбы. Угонщик был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе проведения мероприятий по задержанию никто не пострадал. В настоящее время дознавателям отдела дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также в отношении задержанного госавтоинспекторами составлены 5 протоколов об административных правонарушениях. Фигурант задержан.